Всем привет, друзья мои! Я сейчас направляюсь на базар. На какой базар? Женский базар, один базар. Там очень много чего интересного, обязательно засниму и вам поделюсь. Вот наш дом, самый такой последний. А вот мы идем на Кадыр базар, то есть Кадыр Уретичи базары. Вот субботу, воскресенье здесь обычно такой базар, а также женщины продают свои работы, которые сделали своими руками. Я нахожусь на базаре, я сейчас вам продемонстрирую. Такую красоту здесь продают. Все скандины буяптыли? Они сами сделали это все. Смотрите, какая красота. Сережки. Вот такой базар по субботам, воскресеньям. И здесь все сделано своими руками. Смотрите. А вот такие колечки красивые. Куда кадар бомлары? 10 лира. 10 лир. 1 лира. Куда кадар? 40. Это по 40. Такие вот искусственные. Он на тамамен дуалташ. А, настоящие камни. По 40 лир. 40 лир это где-то будет 7-8 долларов. Грубо говоря. Это уже красота. Надеюсь, вы видите. А это посмотрите, ключи. Как красиво, посмотрите. Такие курьи. Чек-то ничего взяли. Смотрите, какой красивый медальончик. Все сами сделали. Ферида. Ага. Ферида, Эвет. Ферида. Это с настоящих камней. Bu ne kadar onları? Bunlar 25 lira. Doğal taş bunlar da bakın. 25 lir. Где-то 4 доллара. А это тоже надо же, столько они возятся. Вот такие картины. Siz de yaptınız. Kendiniz. Bura benim değil. Bura arkadaşın. Понятно. А вот посмотрите, какая красота. Ben şurada karpuza bakıyorum. Tamam aşkım, tamam. Nasıl o sevmiyor benim o bir şey. Посмотрите, как красиво тут с
камней, из бусиков все сделано. Bana dedi sen bir şey göster bize o Türkiye nasıl ne yapıyorlar YouTube'da. Siz Rus? Ukraynalı. Ukrayna. Смотрите, как красиво. Вот такая корзина. Картина с ракушек. Это с ракушек все. И много-много. О. Здесь все больше и больше красоты. Не знаю, как вам все это показать. А это посмотрите, какие кактусы. Ой, какая прелесть. Gerçekten güzel çok. Onları ne kadar onları? 10 lira. 10 lira. Evet, şimdi göstereyim. А вот посмотрите, вот такой вот базар, но сейчас уже они расходятся. Я сейчас покажу вам. Посмотрите, это тоже ручная работа. В основном женщины здесь турецкие не работают, а вот занимаются рукоделием дома. И вот такие сумочки. Это все они сами. Смотрите. Вся ручная работа, все связано. И вот какая зелененькая, красивая. Ой, пардон. Вот такой базар проходит здесь в субботу, воскресенье. И рукодельницы приносят свои работы. Продают. Время зря не тратят дома. Не работают, но занимаются вот таким рукоделием. Да, даже столько хватает у них терпения. Я не могу скатерть свою, сколько времени довязать. Какая красота для деток, наверное. Еще кюрли. Смотрите. Чикабелирный. Посмотрите. Тут все ручная работа. Вот такие куколки. А это какая красивая для туалетной бумаги. Посмотрите, как приспособили. Это все ручная работа. Машаллах, ты так красивая. Спасибо. Сизе да, göstereceğim sonra YouTube'da. Ben Ukraynalıyım ama Gürcistan'ın da bayanları çok güzel. Gürcistan'dan doğdum, yaştım Gürcistan'da. Batum, burada Batum. Evli misiniz? Evet, evet, evliyim. Türk mü eşiniz? Evet, o gitti. O sevmiyor ne zaman ben böyle yapıyorum, çekiyorum. Hoşlanmıyor. Utanıyorum. Ben gitti. Batum'a gittik, geldik güzel. Evet, çok güzel. Bunlar da yeni oyalar. İş bulmadın. YouTube'a başladım çünkü bir şey yapmak lazım. Ben hemşireye çalıştım orada. Burada problem. O yüzden YouTube'a başladım, blogger. İyi herkes. Anlatacaksın bunları. Evet. İyi herkes beni istiyorlar, bir şey böyle göster. Pazara müşteri. Ben sadece sahil, doğal gösteriyorum, bir şey böyle tamam dedim. Я с ними разговариваю, что они
спрашивают, откуда я, что, как очень такие миролюбивые, теплые женщины. Я спросила, можно снять или нет, и у них проблем нету. Так что, мои хорошие, здесь очень теплый народ. Спрашивают меня, откуда я. Я сказала, что я с Грузии, украинка, но с Грузии. Они говорят, были в Батуми. И, в общем, вот такие вот тут очень добрые люди. Смотрите, хаш булдук. Вот такое колье. Очень красиво они делают. Видите, как улыбаются. Чок и инсанлары, чок, татлы. Очень теплые. Вот это вот. Это знаете, что мужчины вот так перебирают. По-турецки забыла как. А сейчас я вам покажу вот это вот вязаные работы. Смотрите, такие шали. Смотрите, посмотрите. Вот сидят они здесь и вяжут сами. Так красиво. Такие платьица. По 10 лир начинается. Многие очень покупают это, кто из деревень таких. Это вот они тоже вышивают все сами. Ручная работа. Смотрите, как красиво. Это все. Будуал мы ташлар. Vallahi gülüm ben onları İstanbul'dan almıştım. 20 sene oluyor. Yaptım yani, yapmadım değil. E kızım dolmayınca getirdim satmaya. Bunların hepsi aynı. Solma, kırılma falan ihtimali yok. Так вот, по 20 лет им очень дорогие. Biraz kristal bu. Видите, какие красивые. Ne kadar bu? 20. 20 lira. Bu kaç dolar yapıyor? Сейчас я подумаю, это еще кюрлер. Значит, 20. Хаш булдук. Чека билир мы? Посмотрите, какая красота. Чок гюзель. Биршей. У Мерсинда я пьорлар. Баянлары. Селям сойли. Хэп. Ама кукла. Бу ютубе сора. Ютуб. Ама? Анладим, анладим, душ я куланыйор. Посмотрите, это для душа. Ама одевают кукла. Перчатки. Ами, ойну ойнёсын, чочуклар. Кукла. Анладим. Это все делают сами. Все хотят мне улыбаются, хотят показать свои работы. Так. И меня тоже снимают. Дувара салёвы. Так, burada bileklikler var. Hepsi makrame. Makrame kemer gördün mü? Так, bunlar. Çanta bu. Evet. Посмотрите, какая сумочка. Makrame, ben büyük makrame yapıyorum. Anladım, anladım. Çok güzel. Kemerler de var. Evet. Посмотрите, все там. Все хотят показать. Все, вот эта женщина делает. Bu bayan yapıyor. Bak, bile çantamı. Сейчас мне батарейка сядет, я ничего не успею. Bu nasıl çanta? File çanta. Balıkçı mı? Düğüm atarak yapılıyor bu. Lari balki. Çok sağ ol. Bak bir de böyle Anladım. Çantalar var. Büyük çanta bunlar. Bu balık için? Yok, alışveriş için. Это сумка для базара. Базара. Tamam, anladım. Bu da aynısı. Ama bu böyle çantaya koymak için. Şöyle. Очень удобно. O burada olsa bir belki de alırız. Şu normal file var ya. Anladım. Bak onu ben yaptım, gördün mü? Anladım. Böyle düğüm atılarak yapılıyordu.
Бу нормал филе. Угу. И такие сумки сейчас делают, мы носим за покупками, потому что все платное стало. Пакеты продают везде. И... Алады. Тешекюрли. Чокюзе. Элинса. Смотрите, такие шапочки. Шапка? Ay canım benim. Seni görmeye çok sevindim. Seni görmek istiyordum. Bebek geldi. Evetleri bir açıkça. Malinka. Ben kuştaydım. Teşekkürler. Kuştan geliyorsun. Bekleriz. Sipariş olursa. Kuşum da bir yer. Tamam, tamam. Görüşürüz sonra. Tamam mı? Посмотрите. Çok güzel. Çanta. Kulaş. Böyle. Посмотрите, это все связано. Вот такие рукодельницы. Блюзумузу görmek istiyorum. Nasıl? Bir bakacağım, ben de sizinkine bakacağım. Aa, блюз. Tamam. Evet, şöyle evet. Блюзу dikmişsin. Aa. Ha, tamam. Tamam. Böyle. Tamam. Akrolü çantalar da var. Tamam. Tamam. Da çanta. Tayland mı? Nasıl? Nerelisiniz? Ukraynalı. Ukrayna. Aa, evet. Tamam. Все спрашивают. Ага, tamam, tamam. Bitiyor şarj, asakaldı. Teşekkürler, görüşürüz. Посмотрите, какая красивая что-то. Все пытаются мне что-то помочь. Какие люди добрые здесь. Вы себе не представляете, гостеприимные. Угу. Для салфеток это сюда складывают салфетки. Biz gelen aldık Ukrayna'dan. Diş doktoru. Konuşuyor. Ben de hemşireye ama burada hiç YouTube'a bakmak başlıyor. Onlar Ankara'dalar. Böyle anlaştılar. Anna Nur adı. Nur'unu biz koyduk sonradan. Bu çok güzel gerçekten. Tamam. Eline sağlık. Tamam. Посмотрите, evet. Это такая. Evet. Вот какие хозяйки. Девочки, мальчики. Вот такую вот красоту делают. Подоси зепки. Посмотрите, какие сумочки. Гуччи, Армани. А? Чем хуже? И сами они сделали это. Мне кажется, сегодня вам видео понравится должно. Посмотрите, какая сумочка. Буне кадар чанта? Юзерми. 120 лир. Но она того стоит, ручной работы. А это посмотрите, как придумали красиво. Мальчик хочет сняться. Селям соли. О, какая красота. YouTube. Evet, YouTube. Teşekkürler. Посмотрите, какие все добрые. А эти игрушки. Все добрые люди. Смотрите, какие куколки красивые. Видите? Вот такой вот базар у нас. Teşekkürler, görüşürüz. Sevdik, ona bakıyoruz. Gerçekten. Bluzu sevdik, ona bakıyoruz. Kumaşlar farklı ama güzel. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Вот я им понравилась, они все начали смотреть на мой наряд. Что тут особенного, не знаю, фотографировали мне, все такие женщины разрешили мне поснимать. А сейчас я вам покажу вот такой обычный базар. Ну, здесь в основном продукты и овощи, ничего особенного. Но тот базар мне очень понравился. Друзья мои, эти женщины вернули меня, спросили, как мне можно найти в YouTube. И я им всем написала, человек 5. Так что вот такой народ теплый в Мерсине. Приезжайте в Мерсин. Тут очень люди хорошие, добрые. Если вы будете к ним относиться хорошо, они вам 2 раза, 3 раза подарят свою любовь и тепло. А это вот буне, экмек. Вот такой хлеб пекут. Вот здесь прям на базаре, а здесь начинки. Посмотрите. Это с капустой. Бунасыл? Нечерердыман? Кабак. А, из кабака. Это из сыра. Вот такой хлеб. Такие лепешки. Ичеринде не вар? Ичеринде не вар? Пататес? Чай хашаш. О, пенирный? Яна. А, с маслом просто.
Посмотрите, какие плиты. А это испанакла. Бендеда я пьюрен, биним кайнана урендим. Посмотрите, как делается. А вот такие вот. Видите, люди какие добрые. Все меня зовут, чтобы я сняла. Угу. Это, посмотрите, долма. Долма. А это внутри такие ичликофте, внутри мясо, очень вкусно. И сделано тесто из булгура. Кендини сизья пьёрсунус? Кендини я пьёрсунус? Смотрите, какая красота. И вот здесь тоже все это. Все хотят мераба. Видите, какие хорошие люди. Чока инсалара мерсинда. А, тенщики уже вести миру. И вот здесь тоже дело. Ой, друзья мои, посмотрите, буреки. Видите, какой базар сегодня интересный. Люди интересные, люди добрые. Вот такой вот. Посмотрите, вот это хлеб. Его пекут, и он такой хрустящий. Потом его намачивают в воде и кушают. Друзья мои, вы видели люди, какие мирные, добрые, сами хотят в камеру войти. А меня смотрят, в меня влюбились, взяли мой адрес в Ютубе, вошли туда. Пригласили еще снимать. Приезжайте, Мерсин, действительно, очень хорошая атмосфера, очень хорошие люди. Всех люблю и целую вас. Спасибо, что смотрите меня. Пока, до встречи.